Всем привет! Вы на канале Валерия Золушка, и в этом видео покажу вам свою вечернюю уборку, уборку перед сном. Также покажу вам свою новую организацию украшений и еще покажу вам свои последние покупки. Так что всем приятного просмотра! Сегодня я убираюсь в нашей спальне, и у меня здесь просто регулярно образуется бардак на горизонтальных поверхностях. И кроме того, в этой комнате я стараюсь особо не шуметь, потому что здесь каждый день спит малыш, и поэтому убираюсь я здесь не так часто. Но сегодня решила прибрать все уголки, и начинаю я с того, что взяла пижамы детей и прохожусь по ним липким роликом, чтобы очистить пижамы от шерсти, потому что дети не сразу после сна снимают пижаму. У меня старший сын может с котом посидеть в обнимку, и пижама постоянно в шерсти. В общем, мне это не нравится. Я тут периодически буду подходить к детской кроватке, давать малышу пустышку. Спальня у нас небольшая по площади, и основное пространство здесь занимает наша кровать, хотя у нее ширина всего лишь 1,40 м. И, конечно, для такой спальни здесь слишком много мебели. И, кроме того, здесь для малыша и кроватка, и кокон, и качели, и пеленальная доска. Но всем этим я на данный момент активно пользуюсь. То есть я малыша кладу то туда, то сюда. И я понимаю, что это пока временно, так что пока как-то так. Сейчас мне нужно сложить новые подгузники в комод. Мне не нравится, когда подгузники хранятся где-то в комнате в упаковке. Мне нравится сразу их достать и переложить в комод, в контейнеры. Мне кажется, что так гораздо удобнее. И кроме того, обстановку комнаты не портит вид вот этих покупных упаковок. Ребят, я в этот раз монтировала видео, посмотрела на себя со стороны и просто ужаснулась, какой я колобок. Надо начинать заниматься спортом, приводить себя в форму, потому что мне не нравится, как я сейчас выгляжу. У меня вот ноги еще более-менее, можно сказать, что они какие были до беременности, такие остались. Но вот живот – это просто моя боль. И вот знаете, со вторым ребенком я начала тренировки по программе американского тренера Джиллиан Майклс через 2 недели после родов. То есть я просто занималась дома, тренировки эти занимают не очень много времени, там буквально за полчаса, за 40 минут, да даже есть за 25 минут можно успеть потренироваться. А сейчас у меня просто руки не доходят, нет времени. Не знаю, может быть, я себя оправдываю тем, что у меня нет времени, может быть, это просто лень. В общем, я очень хочу тренироваться и надеюсь, что в ближайшем будущем, может быть, не каждый день, но несколько раз в неделю мне удастся это делать. We'll be right back.
Вот такая у меня получилась уборка перед сном. Ребята, знаете, для меня это своего рода релакс-уборка, потому что мне очень нравится наша спальня. Это мой уютный уголок, и мне очень нравится проводить здесь время. И вы не поверите, мы только на этих новогодних каникулах наконец-то повесили гирлянду на окно. Я ее давно купила, но руки до нее дошли только к концу каникул. Ребята, еще на тему расхламления хотела с вами поделиться. Смотрите, собрала здесь свои вещи для беременных. Эти вещи, не поверите, знаете, сколько им лет? Их я покупала еще во время первой беременности, то есть в 2011 году, то есть получается этим вещам 9 лет. И вот они были со мной и в первую беременность, и со средним сыном Родионом, и вот сейчас с Ромочкой. И, в общем, я думаю, что сейчас наконец-то пришло время эти вещи отдать. Я все это соберу стопочкой, уже выложила объявление на Авито, все сфотографировала, буду бесплатно отдавать. Конечно, у меня такие очень хорошие воспоминания связаны с этими вещами, и вот, как сами видите, я настолько бережливый человек, что все это у меня сохранилось, и, в принципе, сохранилось в неплохом состоянии. Кстати, вот эта туника шерстяная, ее носила только с первым сыном, со Львом, а вот в джинсах я гоняла во все свои беременности. Здесь вещи многие фирменные, вот эта вещичка хорошая, и покупала именно в отделе для беременных. Вот. Вот. Но сейчас просто это для меня уже все не актуально, и оно лежит, конечно, занимает тоже так немало места, стопка получается приличная, поэтому я все-таки думаю, что правильнее будет отдать. Вот. Так что заряжайтесь от меня и тоже расхламляйте свои шкафы. Ребят, хочу показать вам, какой я себе сделала такой небольшой подарок. Купила картину по номерам. Очень давно хотела попробовать. И знаете, мне как-то всегда казалось, что у меня не получится, что это очень сложно. Здесь вот такая девушка в красном. Уровень сложности 3 звезды. То есть, я так понимаю, не самый сложный. Количество цветов 19, не очень много. Здесь идет вот такая картина. Она уже натянута на холст. И очень-очень много таких мелких участков. Но вы знаете, вот это как раз прям мое. Я очень люблю что-то мелкое и всегда любила еще с детства что-то мелкое прорисовывать, раскрашивать. Как-то я даже пробовала на работе, у нас девочка приносила раскраску для взрослых с очень-очень мелкими деталями. И там ты типа раскрашиваешь и релаксируешь. Поэтому мне это очень нравится. Но у меня сейчас проблема, где найти время, хотя бы час в день, да, чтобы этим заниматься. Мне кажется, очень классный процесс, успокаивает, и потом, когда картина будет готова, мне кажется, даже без рамки ее можно просто куда-то поставить, ну или с рамкой повесить на стену. И вот красный цвет, не знаю, мне кажется, очень такое яркое будет пятно в интерьере. В общем, мне нравится, я хочу попробовать, очень-очень хочу. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если кто-то пробовал картину по номерам раскрашивать, как получилось, не получилось, сколько времени заняло, как вообще вам сам процесс, понравился или нет. Будет очень интересно почитать. И покажу вам, что еще входит в комплект. Здесь краски, как и указано на упаковке, 19 цветов, 3 кисточки и вот эта подвеса, чтобы можно было потом картину подвесить на стену, да, я так понимаю. Вот. И вот это, я не понимаю, инструкция, что ли, еще раз продублирована. А, это, наверное, когда ты начинаешь раскрашивать, часть цветов у тебя будет уже закрашена, и это как бы продублировано просто на листе бумаги. И сегодня хочу показать вам свою новую организацию украшений. Вы знаете, ребят, я одинаково люблю украшения и золото, но у меня их не так много. И также люблю бижутерию. Точнее, я очень люблю серьги и браслеты. Я не очень люблю какие-то бусы, так что у меня их нет. А вот что касается серег, я просто их обожаю. И серьги у меня были в разных местах, и я решила купить себе вот такую подставку. Вообще, когда увидела, мне очень понравилось. Мне понравилась вот такая вертикальная подставка. Здесь все серьги на виду, все они будут в одном месте. Конечно, периодически нужно будет смахивать пыль, но думаю, здесь она не будет так сильно накапливаться. Кстати, хочу снять видео, где подробно расскажу про свои украшения, вставлю фотографии с ними. Напишите, пожалуйста, в комментариях, будет ли такое видео вам интересно. И вот эту подставку для украшений я заказывала на Wildberries, но потом стала смотреть на AliExpress, и там тоже есть много вариантов таких вертикальных подставок. Я там даже нашла вариант лучше, где 3 яруса, единственное, она поуже. Так что, кому интересны такие подставки, я оставлю на них ссылочку внизу под видео.
ребят, хотела показать вам, какие я заказала на Валберес себе леггинсы. Смотрите, вот такие леггинсы с прорезями. Кому-то, может быть, конечно, покажется странными, но вы не поверите, я, наверное, года три искала себе такие леггинсы именно с прорезями, нигде не могла найти. И вот на Валберес увидела, причем у них просто смешная цена, они стоят всего лишь 260 рублей. Кому интересно, пишите в комментариях, оставлю ссылочку. Я взяла такие черные и еще взяла такие в сиреневом цвете, в фиолетовом. Тоже, наверное, сейчас переоденусь, покажу вам. Они хэбэшные, очень приятные к телу. Не знаю, конечно, буду ли я в них заниматься спортом в ближайшее время, но то, что буду носить дома, это точно. И вот такие сиреневые. Я сиреневый, фиолетовый цвет вообще очень люблю. Кстати, коляска стоит сиреневая, ногти сиреневые, тапочки сиреневые. Теперь еще и леггинсы сиреневые. Они мне по росту немного великоваты, но у меня рост небольшой, 1,57 м. Но, в принципе, так не критично. Вот, а кто повыше ростом, то идеально подойдет.